Сегодняшняя тема. В эту субботу губернатор Александр Беглов приезжал в новый корпус городской больницы номер 33. Этот первый этап строительства спустя 7 лет, наконец, завершен, корпус обещают открыть в ближайшее время. В июле строительные работы были активизированы, чтобы увеличить койки для больных с COVID. Сегодня корпус практически готов. На строительство и оснащение оборудованием нового корпуса из городского бюджета выделено 4,1 миллиарда рублей, из них почти 1,5 миллиарда на оборудование. Оно предназначено для оказания высокотехнологичной помощи, которая необходима очень многим. Поэтому было принято решение перевести в новый корпус пациентов из терапевтического стационара. В свою очередь, их места в ближайшее время займут больные с COVID, сообщил губернатор. Фоторепортаж, перейти на страницу фоторепортажа. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.